Хочу поздравить сегодня сотрудников следственных органов, так как 6 апреля 1963 года были образованы данные подразделения. Можно говорить, что сегодня им исполнилось 49 лет. Хочу сказать, что эти подразделения и сотрудники, которые работают в следственных органах, это самые, на мой взгляд, носят самый значительный вклад в дело борьбы с преступностью, в обеспечение правопорядка. На сотрудников следственных органов МВД приходится 93% уголовных дел. Самая большая нагрузка из всех подразделений, которые занимаются расследованием уголовных дел. Ну и помимо этого, работа следователя – это конечный результат деятельности всех органов внутренних дел, всех сотрудников, которые занимаются раскрытием, выявлением, пресечением преступлений, так как конечную точку ставит следствие, направляет уголовные дела в суд, и, соответственно, злоумышленники несут соответствующие наказания. Поэтому сегодня, в этот день, я хочу поздравить всех сотрудников следствия ОМВД по городу Великие Луки с этим праздником, ветеранов, близких, родственников, пожелать им крепкого здоровья, удачи в работе, карьерного роста, ну и всех благ.